В Махачкале на стадионе «Труд» проводит свой учебно-тренировочный сбор. Команда Дагестана по тяжелой атлетике приурочен он к первенству России среди юношей и Кубку страны. В штабе команды побывал Дан Шугом, ему слово. Уроженка селения Калининаул Казбековского района Мадина Байбурадова уже имеет опыт выступления на Кубке России. Подопечная Амара Назирова в 2009-м оказалась второй во Владикавказе, была и призером чемпионата страны. Позапрошлом году на чемпионате России стала четвертой. Всему виной череда травм. Задача в этом году – это по максимуму быть в призах. Сейчас мы уже в хорошей форме, можно уже побороться за место. За почетным трофеем в Тулу к 26 января пожалуют 6 атлетов нашей республики. Среди них и трехкратный обладатель почетного трофея Исмаил Гаджибеков. У нас тренируются ребята с разных районов Дагестана, мы их всех собрали и они вместе тренируются. Ну, вы видите, как много ребят у нас тренируются в зале. Ну, наверное, вы понимаете, что нам нужно либо расширять зал, либо строить новый зал, потому что, ну, уже всех желающих мы не можем вмещать. На всю Махачкалу вот этот один зал, и, как вы видите, очень тесно. У юношей первенство России в Оренбурге пройдет в конце марта. Туда отправятся 20 спортсменов республики. Впереди их ждут еще 2 учебно-тренировочных сбора. Дан Шугом, Рамазан Омаров. Время новостей.